30 блестящих способов заработать деньги в интернете в России, поскольку все самоизолируются и остаются дома во время блокировки. У людей появляются новые увлечения: кулинария, рисование, обучение игре на музыкальном инструменте и многое другое. Дело в том, что сейчас у всех много свободного времени. Вопрос: что вы хотите делать с этим временем? В то время как некоторые могут пробовать некоторые из упомянутых выше хобби, другие ищут новые возможности для заработка. К счастью, где бы вы ни находились, для этого всегда есть возможности, просто нужно знать, где искать. Итак, без лишних слов, вот некоторые из лучших способов заработать деньги в интернете в России. Как быстро заработать в интернете в России? Знаете ли вы, что вы можете стать прибыльным, не всегда выполняя сложные задачи? В интернете существует множество действий, которые позволяют вам это делать, даже пассивно. К ним относятся написание комментариев и отзывов о конкретных продуктах и услугах, выставление на продажу некоторых из ваших старых вещей, пересмотр ваших онлайн-хобби и многое другое. Ознакомьтесь со списком ниже, чтобы узнать больше. 1. Выполняйте микрозадачи. Микрозадачи – один из самых простых способов дополнительного заработка. Они чем-то похожи на биткоин-сборщики, позволяющие людям зарабатывать небольшую сумму денег за выполнение простых задач в интернете. В основном микрозадачи – это задачи, для выполнения которых требуется человеческое прикосновение. Даже с передовой технологией искусственного интеллекта для выполнения этих задач требуется капелька человеческого интеллекта. Эти задачи включают участие в вопросах, модерирование различных типов контента, просмотр и комментирование видео на YouTube или других форм контента и многое другое. В большинстве случаев эти задачи являются общими и простыми, а это означает, что они не требуют особых технических навыков, что делает их идеальными для людей, которые просто хотят заработать несколько долларов в свободное время. Amazon Mechanical Turk – одно из лучших мест для подписки на эти микрозадачи, начать легко. И как только вы создадите учетную запись, вы сможете начать и получать полную оплату за выполнение задач. Другой пример – Яндекс.Толока, в которой также легко начать работу, создайте аккаунт. Выбирайте из доступных заданий, обязательно прочитайте инструкцию, выполняйте задания и зарабатывайте деньги на свой счет. 2. Отвечайте на онлайн-опросы и опросы так же, как и выполнение микрозадач. Онлайн-опросы и опросы требуют участия человека в основном в маркетинговых, рекламных и исследовательских целях. Когда исследовательские проекты начинаются, иногда исследователям требуется более значительный размер выборки, чем просто их друзья и семья. В результате они обращаются к онлайн-сервисам и пользователям для заполнения своих опросов. Затем люди получают вознаграждение за прохождение этих опросов. Такие сервисы, как анкетка.ру и LifePointes, идеально подходят для таких задач, так как это давно зарекомендовавшие себя сервисы. Присоединяйтесь к одному из них, или к обоим, и зарабатывайте деньги в интернете, отвечая на онлайн-опросы. 3. Торговля криптовалютой. За прошедшие годы в торговле биткоинами и криптовалютой наблюдался всплеск числа пользователей. Они не только являются жизнеспособным средством получения прибыли, но также предоставляют множество реальных вариантов использования людям, которые в них нуждаются. Такие платформы, как Paxful, стремятся предоставить финансовую доступность тем, кто в ней остро нуждается. На платформе существует более 300 способов оплаты, что делает покупку и продажу биткоинов чрезвычайно простой.
а благодаря протоколам безопасности, таким как встроенная система условного депонирования и круглосуточная служба поддержки клиентов, это также невероятно безопасно. Покупатели могут выбирать из сотен способов оплаты. В свою очередь, продавцы могут продавать свои биткоины вместе с процентом прибыли. Кроме того, продавцы, которые продают свои биткоины, используя менее популярные способы оплаты, имеют шанс заработать больше. Если вы заинтересованы в одноранговой торговле на Paxful, начать очень просто, создайте учетную запись и получите бесплатный биткоин-кошелек после регистрации, и вы сразу будете готовы к торговле. Редактировать. Теперь пользователи могут покупать Ethereum, ETH, или обменивать свои фиатные деньги на Tether, USDT и наоборот на Paxful. 4. Присоединяйтесь к партнерским программам, если вы уже являетесь заядлым трейдером криптовалюты. У вас есть возможность заработать больше, пригласив своих друзей и семью. На какой бы платформе вы ни решили использовать для торговли, обязательно проверьте реферальную партнерскую программу, которую она предлагает. Партнерская программа Paxful – одна из лучших партнерских программ, поскольку она состоит из двух уровней – партнеры первого уровня, которые регистрируются напрямую по вашей партнерской ссылке. И партнеры второго уровня – пользователи, которые регистрируются с помощью ваших партнеров первого уровня, ссылки. Каждый раз, когда ваш партнер первого уровня покупает биткоины, вы получаете 50% от стандартной комиссии за условное депонирование, а каждый раз, когда ваш партнер второго уровня покупает биткоины, вы получаете 10%. Если вы разместите свою партнерскую ссылку достаточному количеству людей, вы потенциально можете получать значительный пассивный доход в интернете. 5. Станьте фрилансером, если вы не слишком увлечены выполнением небольших задач и ответами на онлайн-опросы. Существует множество других вакансий, которые вы можете найти на сайтах фриланса. Эти работы включают разработку веб-сайтов и мобильных устройств, фотографию, графический дизайн, озвучку и многое другое. Если вы тщательно просмотрите доступные вакансии, вы, несомненно, найдете то, чем захотите, и начнете зарабатывать деньги в интернете без вложений. Принимая работу, подобную этой, убедитесь, что вы можете подтвердить свою квалификацию. Это означает создание надежного портфолио и демонстрация качества вашей работы. Поступая таким образом, вы сможете легче получить работу и, следовательно, получать больше и по мере того, как вы будете продвигаться вперед, люди будут знать, что вы хороши для денег, что позволит вам брать больше с течением времени. Некоторые из лучших сайтов для фриланса включают Upwork, Fiverr, Workzilla и FL.ru. Зарегистрируйтесь на одном из этих сайтов прямо сейчас и попробуйте свои силы в отличных фриланс-работах. 6. Копирайтинг. Для многих писателей этот период самоизоляции и самоизоляции может быть очень продуктивным. Это означает возможность настроить идеальную рабочую станцию для максимальной производительности. Если вы относитесь к такому типу писателей, у вас есть отличные возможности для заработка. Такие сервисы, как и txt.biz, могут платить вам за написание статей в свободное время. Предлагаемые писательские услуги включают копирайтинг, рерайтинг статей и переводы. Если вы разбираетесь в любой из этих услуг, почему бы не попробовать свои силы в том, чтобы получать за это деньги? 7. Предложите экспертный совет. У вас есть экспертные знания, но вы застряли дома. На таких платформах, как Clarity.fm и Coach.me, люди запрашивают информацию и готовы за нее платить. Вы не только сможете заработать деньги на своих знаниях, но и сможете помочь нуждающемуся.
С такими платформами вы можете внести свой вклад в других людей, застрявших дома. 8. Перевести текст на русский, другие языки, если вы владеете более чем одним языком. Сейчас ваше время проявить себя. Сайты фрилансеров, такие как freelancer.com, предоставят вам возможность получать деньги за перевод. Вам нужно хорошо владеть этими языками, поэтому убедитесь, что вы умеете правильно читать, писать, говорить и понимать несколько языков. Если у вас есть это за плечами, эти вакансии позволят вам быстро заработать на своих навыках. 9. Транскрибируйте аудио и видео форматы помимо перевода. Некоторые услуги также предлагают возможности для заработка на транскрипции. Расшифровка часто является утомительной и трудоемкой задачей, поэтому люди часто нанимают фрилансеров, чтобы сделать это за них. Одним из примеров службы транскрипции является GoTranscript. Они предлагают высококачественные транскрипции по разумным ценам от профессионально подготовленных расшифровщиков. Вы можете попробовать подать заявку на работу в GoTranscript. Но вы также можете посетить популярные веб-сайты для фрилансеров, чтобы найти аналогичные возможности. 10. Пишите комментарии и отзывы, люди, занимающиеся онлайн-бизнесом, поймут, насколько важно для их компании иметь положительную репутацию в интернете. Отрицательный онлайн-статус может разрушить всю компанию, поэтому комментарии, конструктивная критика и обзоры – это то, как компании могут улучшить свои услуги. Если у вас есть острый взгляд на то, что компании могут улучшить, а также способность хорошо сформулировать это, есть компании, которые будут платить за ваше мнение. Написав комментарии и обзоры, они могут соответствующим образом улучшить свой бизнес. В свою очередь, вам платят, а они становятся лучше, беспроигрышная ситуация. Веб-сайты, такие как gcomment.ru, будут предлагать эти услуги, и если вы будете достаточно тщательно искать на сайтах фриланса, вы сможете найти возможности внести свой вклад и получить за это доход. 11. Продать старые вещи, если у вас есть вещи, которые годами пылились у вас дома, но все еще могут быть полезны кому-то другому, попробуйте продать их через интернет. Подумайте об этом, у вас уже есть продукт, готовый к продаже, и перед вами есть торговая площадка, готовая сделать для вас рекламу. Все, что вам нужно сделать, это опубликовать пару фотографий и указать цену. Если ваш предмет в хорошем состоянии и вы хороший фотограф, вы, вероятно, сможете быстро и легко заработать. Авито – одна из самых популярных торговых площадок подержанных вещей в России. Наш совет – предоставьте четкую и подробную информацию о вашем товаре и сделайте качественные фотографии. 12. Зарабатывайте на сайтах с оплатой за клик. Маленькие шаги могут иметь большое значение. Если вы все равно собираетесь часами щелкать мышью здесь или там в интернете, почему бы не щелкнуть? Чтобы заработать деньги в интернете и помочь компаниям, которые в вас нуждаются. Такие сайты, как Seasprint и Saspublic, являются не только лучшими друзьями рекламодателей, но и чрезвычайно популярны среди тех, кто хочет быстро заработать в интернете. На этих сайтах компании хотят знать, что настоящие люди думают об их компаниях и веб-сайтах. Поэтому вам необходимо просматривать их сайты, ставить лайки и комментировать характеристики их продуктов, подписываться на их услуги и просматривать их рекламу. И начать легко. После создания учетной записи вы можете начать выбирать задания, в которых хотели бы принять участие. Иногда вы можете выбирать из сотен или даже тысяч заданий. Оплата быстрая и может быть произведена различными популярными способами. Хотите сделать еще больше?
Приглашайте друзей и получайте дополнительные деньги вместе 13. Участвуйте в социальных сетях, когда мы говорим «участвуйте», мы на самом деле имеем в виду получение оплаты за лайки, подписку и распространение контента, который вы видите на популярных каналах социальных сетей, таких как YouTube, Twitter, vk.com и ok.ru. Излишне говорить, что наличие огромной базы подписчиков необходимо для бизнеса. В конце концов, кому бы вы предпочли доверять, кому-то с 10 подписчиками или кому-то со 100 тысячами подписчиков? Вот почему ты нужен. Предприятиям нужны настоящие люди из самых разных демографических групп. Чтобы поддерживать их, кто знает, возможно, вы столкнетесь с новой компанией, которая вам действительно понравится, когда вы проверите их и поделитесь их сообщениями. Создайте учетную запись сегодня и начните лайкать контент. Такие сайты, как vktarjit.ru и vksurfing, имеют низкие лимиты выплат, поэтому вы можете быстро снимать платежи. Опять же, если вы пригласите друзей на эти платформы, вы будете получать часть заработка ваших друзей. И последнее, подпишитесь на YouTube-канал VectorJet и получите 0,36 RU мгновенно. Как заработать в интернете на сайте в России, если вы относитесь к технарям, разделяющим любовь к компьютерам и магии технологий? Вы можете рассмотреть возможность использования интернета для заработка в интернете. Вот несколько способов заработать деньги на своем веб-сайте или начать прибыльную карьеру, участвуя в других проектах в интернете. 14. Монетизируйте свой блог. Мы знаем, что те из вас, кто любит писать, вероятно, ведут блог. Но зачем вести свой блог бесплатно? Если вы можете делать на нем всевозможные денежные фокусы, то есть, если вы продолжаете писать регулярно. Дело в том, что вы можете публиковать больше, чем просто то, что вы пишете в своем блоге. Открытие его, позволяя компаниям размещать спонсируемый контент в вашем блоге, может помочь привлечь трафик, привлечь новую аудиторию и повысить вовлеченность в ваш блог. Taboola – один из лучших рекламных сайтов, который сделает это за вас. Еще один способ заработать деньги в интернете на своем блоге – разместить на нем партнерские ссылки. Что может быть лучше для рекламы ваших ссылок, чем информирование вашей аудитории о теме, которая вас очень интересует, а затем сделать так, чтобы они стали вашими рефералами? Ваши подписчики будут благодарны вам за то, что вы познакомили их с чем-то замечательным, и вы увидите, как деньги покатятся к вам в карман. Беспроигрышная ситуация. 15. Продать рекламное место. Продажа рекламного места похожа на сдачу квартиры в аренду. Если у вас есть дополнительное пространство, почему бы не сдать его в аренду и пассивно заработать немного денег? Чтобы начать зарабатывать деньги с помощью рекламы, вы можете зарегистрировать учетную запись в Откаш, чтобы они могли публиковать рекламу, соответствующую вашему контенту в вашем блоге. Это могут быть пуш-уведомления, рекламные баннеры, полноэкранные промежуточные объявления или нативные объявления, которые органично вписываются в текст вашего блога. Все эти различные типы рекламы имеют разные преимущества. Например, у нативной рекламы более высокий коэффициент конверсии, так как она находится в середине текста и выглядит менее навязчивой. Межстраничная реклама часто приносит огромные доходы, так как занимает все пространство экрана, и читатели не могут смотреть на что-то еще. Но вам не придется ни о чем беспокоиться, просто продайте свое рекламное место, и все готово. 16. Создайте сайт с платным доступом. Теперь приведенные выше советы предназначены для тех из вас, у кого есть бесплатный веб-сайт.
Но если у вас есть глубокое понимание определенной темы или вы собрали серию эксклюзивного контента, который вы бы предпочли продать, заставьте людей платить за доступ к вашему сайту. Вы можете сделать это во многих формах: электронной книги, загружаемая, распечатываемая информация, эксклюзивный контент на Patreon и эксклюзивные информационные бюллетени по электронной почте, и это лишь некоторые из них. Однако прежде чем вы начнете размещать платный контент, проведите множество исследований рынка, чтобы знать, сколько берут другие сайты в вашей нише. Это само собой разумеется, но сделайте свой сайт красивым. Ничто так не отталкивает аудиторию, как нечеткий и неорганизованный сайт. Помните, ваша аудитория должна чувствовать, что ваш контент стоит их денег. Публикуйте регулярно и качественно. Это лучший совет, который мы можем вам дать. 17. Продажа ссылок похожа. Вы можете продавать что угодно на своем веб-сайте, чтобы заработать деньги. Одна из этих новых вещей, которые вы можете продавать, это ссылки. Когда компании сталкиваются с вашим блогом в определенной нише, они могут захотеть, чтобы вы помогли направить трафик на страницы их компании. Они могут сделать это многими способами, описанными выше. Например, размещая рекламу и спонсируемый контент в вашем блоге. Но гораздо менее очевидный способ — включить ссылку, ведущую на их сайты. Это не только повысит продажи для этих предприятий, но и повысит их SEO-рейтинг в поисковых системах, поскольку они будут чаще появляться в результатах поиска. Чтобы вам доверяли продавать обратные ссылки, ваш блог должен иметь большой трафик и иметь высокий рейтинг. Кроме того, никогда не говорите своей аудитории, что ваши ссылки продаются. 18. Перелистывание веб-сайтов. Если вы можете продавать части своего веб-сайта, конечно, вы можете продавать весь свой веб-сайт на таких платформах, как Empire, Flipperess и Flippa. Покупка и продажа веб-сайтов называется перелистыванием веб-сайтов. Обычно люди покупают сайты, которые на самом деле не очень хорошо работают или не привлекают много трафика. Ремонтируют их и продают с целью получения прибыли. Как вы можете исправить эти веб-сайты, спросите вы, наращивая нишевый контент, продавая обратные ссылки и продавая рекламное пространство. Кажется, все, о чем мы говорили выше, теперь сходятся, верно? 19. Покупайте и продавайте домены. Когда вы создаете веб-сайт, вы хотите, чтобы он был уникальным и адаптированным для вашей аудитории. Доменное имя очень важно. Большинство веб-сайтов заканчиваются на .com, но ваш веб-сайт не обязательно должен быть обычным. Например, если у вас есть магазин пончиков, вы можете попробовать получить более интересное доменное имя www.yummy.net. Купив домен, вы можете использовать его для себя или продать. Используя приведенный выше пример, другие владельцы магазинов пончиков могут искать доменное имя .net, поэтому вы знаете, что у вас есть что-то горячее, когда люди хотят купить то, что у вас есть. Тем не менее, прежде чем погрузиться в этот проект по обмену доменами и начать зарабатывать деньги в интернете, проведите обширное исследование и посмотрите, что требует рынок. Проверьте GoDaddy для переворота домена. 20. Создайте свой сайт электронной коммерции. Конечно, вам не нужно быть писателем, программистом или гуру маркетинга, чтобы хорошо продавать в интернете. У вас есть что-то материальное или что-то, что вы сделали и хотели бы продать? Займитесь бизнесом электронной коммерции. Люди продают в интернете самые разные вещи: компакт-диски, книги, одежду, планы поездок, модные шаблоны блогов и даже услуги по написанию эссе, вы поняли. К
Как только вы определите, что хотите продавать, решите, хотите ли вы создать свой собственный сайт или продавать на существующих торговых площадках, таких как Amazon или eBay. Если вы решите создать свой собственный сайт электронной коммерции, убедитесь, что вы защитили его, сделав его SSL-сертифицированным, и сотрудничайте с надежными платежными и транспортными компаниями. Когда вы будете готовы, создайте свой собственный сайт с помощью этого сверхинтуитивного инструмента для создания веб-сайтов Squarespace. Скорость – средняя, сложность – средняя. Как заработать в интернете в России художнику и маркетологу, разбирающемуся в цифровых технологиях для создателей, дизайнеров и художников? Интернет сегодня является ценным пространством не только для демонстрации произведений искусства, но и для заработка в интернете. То же самое касается и маркетологов, поскольку они могут эффективно зарабатывать деньги исключительно с помощью различных онлайн-платформ, не выходя из дома. Если вы относитесь к числу этих творческих и техничных людей, вот несколько способов, которыми вы можете извлечь выгоду из своей страсти и навыков. 21. Продавайте свои работы и дизайны онлайн. Демонстрация произведений искусства, как традиционных, так и современных, больше не ограничивается четырьмя углами музеев, галерей и выставок. Сегодня художники, дизайнеры и другие творческие люди могут публиковать и даже продавать свои работы и дизайны в интернете. Если вы относитесь к тем творческим личностям, которые думают о заработке денег в интернете с помощью традиционного искусства, есть несколько веб-сайтов, на которых вы можете просматривать и продавать свои произведения. Этими платформами являются Artplot, OnlineGallery.art, ArtPal, ArtFinder, Jose Gallery, Artspear и другие. Для графического дизайна вы можете попробовать такие платформы, как Fiverr, DeviantArt, Creative Market, Design Cutters и другие. Вы также можете ознакомиться с другими интересными и творческими материалами на сайте Society 6. Этот подход может занять некоторое время для получения дохода, но это один из хороших вариантов, которые вы можете попробовать. Просмотрите список и изучите каждую платформу, чтобы узнать, какие из них, по вашему мнению, лучше всего подходят для вашего художественного стиля и целевого рынка. 22. Попробуйте дропшиппинг. Дропшиппинг – это бизнес-модель, при которой поставщики продают товары исключительно в интернете, без физических магазинов, и получают заказы от третьих лиц, которые также доставляют заказы напрямую покупателю. Дропшипперы обычно получают прибыль от разницы в цене между первоначальной стоимостью продукта и ценой, по которой они его продают. Это может показаться легким, но сложность заключается в том, что этот вид бизнеса постепенно растет, а это означает, что на рынке много конкурентов. Узнайте о плюсах и минусах этого метода и узнайте, как с его помощью можно заработать. 23. Запустите свой собственный канал на YouTube, если вы ищете веселые и захватывающие способы заработка в интернете. Создание собственного канала на YouTube может быть одним из ваших вариантов. Создатели экспериментировали с различными типами контента, чтобы удовлетворить потребности разных аудиторий в любой части мира. Среди самых популярных тем контента на YouTube – путешествия, еда, игры, развлечения, наука и техника, красота и мода, музыка, спорт и многое другое. Вы также можете проверить, как известные пользователи YouTube создают свой контент, поскольку на платформе есть различные типы видео. От распаковки до реакций и испытаний у вас никогда не закончатся типы видео для изучения и опробования. С другой стороны, также важно отметить,
что YouTube имеет растущее сообщество, поскольку он входит в число многих известных веб-сайтов для заработка. Все больше и больше людей пытаются войти в сообщество влогеров и инфлюенсеров. А это значит, что конкуренция также высока. Поэтому обязательно изучите и узнайте больше о платформе, а также узнайте несколько советов и рекомендаций от профессионалов. 24. Создавайте онлайн-курсы. Знаете ли вы, что помимо онлайн-курсов вы также можете создавать свои собственные? Такие платформы, как Teachable, Thinkific, Udemy, Skillshare и другие, позволяют вам создавать онлайн-курсы, где вы можете делиться своими знаниями и опытом в различных областях знаний. Этот подход считается одним из популярных способов заработка в интернете, поскольку сегодня почти каждый бизнес требует обучения и деятельности. Если вы хотите попробовать это, среди прочего, следует подумать о том, какие темы для обсуждения. Сколько времени вам потребуется, чтобы закончить его, сколько это будет стоить вам и как вы можете сделать курс интерактивным и увлекательным. Посетите веб-сайты, которые мы перечислили, чтобы узнать больше о тонкостях процесса. 25. Читайте аудиокниги. Вы когда-нибудь пробовали слушать некоторые аудиокниги раньше? Многие думают, что это автор читает и рассказывает историю. Хотя иногда это правда, это не всегда так. Некоторые авторы нанимают дикторов аудиокниг, которые читают их книги, и эти дикторы получают от этого прибыль. Такие веб-сайты, как ACX, позволяют рассказчикам начать карьеру аудиокниги. Это также позволяет рассказчикам выбирать предпочтительный способ оплаты за свою работу диктора. Ставка за законченный час и оплата после успешного завершения аудиокниги. Если вы хотите попробовать свои силы в этом, вот совет. Почти каждый диктор аудиокниги обладает чистым и восторженным голосом и акцентом, а также некоторыми актерскими талантами. 26. Пишите и публикуйте электронные книги. Более 200 тысяч авторов продают и публикуют свои электронные книги в интернете и зарабатывают на этом деньги. Хотя это может показаться ошеломляющим, поскольку написание и публикация требуют большого количества творческих соков и редактирования, которые необходимо выполнить. Есть некоторые рекомендации, которым следует следовать, особенно новичкам. Для тех, у кого уже есть свои книги и рецензии, такие платформы, как Amazon Kindle Publishing, PIP, Google Play Books, PaleAdas и другие, позволяют авторам и издателям электронных книг демонстрировать свои произведения каждому читателю. Изучите эти платформы, чтобы узнать, как эффективно зарабатывать деньги на публикации. 27. Продавайте фото и видео. Помимо освещения событий и других творческих мероприятий, фотографы и видеографы могут получать дополнительный доход, продавая свои работы на таких сайтах, как Shutterstock, JT Images, iStock, Pixels, Unsplash, VideoGive и других. Некоторые из этих платформ не предлагают ограничений на количество товаров, то есть вы можете продать товар или еще тысячи. Стоковые изображения и видео могут варьироваться от видеоматериалов, редакционных статей, портретов и многого другого. Посетите эти сайты, чтобы узнать, как превратить свою страсть в прибыль. 28. Попробуйте торговать на Форексе и фондовых биржах. Многие люди смотрят на Форекс и фондовые биржи как на сложные платформы, которые трудно понять. Хотя этот факт нельзя отрицать. Есть несколько полезных инструментов и учебных пособий, которые помогут вам лучше понять, что представляют собой эти платформы и как они работают. Трейдеры и инвесторы зарабатывают деньги на иностранных биржах и фондовых рынках, покупая акции по более низким ценам и продавая их по гораздо более высоким ценам.
Тогда разница в цене будет их прибылью. Прежде чем начать свое торговое путешествие, обязательно изучите основные стратегии и проведите исследования. 29. Запустите подкаст «А вы знали?». Что на подкастах можно зарабатывать деньги? Помимо получения прибыли за счет увеличения числа слушателей, есть много других способов попробовать, если вы хотите научиться зарабатывать на этом деньги. Некоторые подкастеры получают доход за счет спонсорства, платной рекламы, продвижения продуктов, объявлений о событиях, партнерского маркетинга и многого другого. Ознакомьтесь и изучите платформы хостинга подкастов, такие как Buzzsprout, Transistor, Podbean, Captivate, Simplecast, Castos и другие, чтобы узнать больше. 30. Станьте влиятельным лицом в социальных сетях. Сегодня доступно множество платформ социальных сетей, и вы, вероятно, можете увидеть влиятельных лиц на каждой из них. Для некоторых влияние в социальных сетях на полный рабочий день может быть пугающим, поскольку требует большого мастерства. От создания контента и дизайна до фотографирования и взаимодействия с сообществом для монетизации платформы требуется больше, чем просто творчество. Среди других способов, которыми влиятельные лица в социальных сетях получают доход, является совместное создание контента и даже продуктов с различными брендами, распространение контента через подкасты и вебинары, а также становление послами бренда, приобретение спонсорства для социальных сетей и сообщений в блогах, участие в аффилированном маркетинге и другие творческие стратегии также включены. Чего же ты ждешь? Начни зарабатывать сегодня. Это лишь некоторые из многих вещей, которые вы можете сделать, чтобы заработать деньги в интернете. На самом деле, вы даже можете зарабатывать деньги, будучи студентом. После краткого ознакомления с каждым из них попытайтесь оценить свои навыки и способности, которые вы можете использовать в различных задачах или приносящих доход видах деятельности, перечисленных выше. Некоторые из перечисленных способов могут не дать вам мгновенной прибыли, но как только вы освоите этот процесс, вы обязательно добьетесь замечательных и удовлетворительных результатов. Помните, что чем лучше вы разбираетесь в том, что делаете, тем лучше. Проведите дальнейшие исследования того, как сделать каждое из них эффективно и действенно, чтобы вы могли извлечь из этого максимум пользы. Ладно, это было. Надеюсь, вы все нашли видео информативным. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться. Прощай!